Я родился на селе, и у меня всю жизнь родители работали и жили на селе. И поэтому у меня не возникал вопрос после окончания школы, а потом вуза, где работать, где жить. Я решился остаться на селе. И действительно, то предприятие, в котором мы сегодня находимся, это свинокомбинат «Сибирский бекон», где производится более половины свинины нашей родной республики. И она реализуется почти по всем регионам нашей родной России. Здесь работают люди, энтузиасты своего дела. Они добиваются высоких результатов. Сегодня, работая на селе, можно хорошо зарабатывать. Сегодня, проезжая по республике, можно увидеть новые животноводственные комплексы, новые машино-тракторные парки. На полях работает новая техника. И это говорит о том, что наше родное село развивается.